кино «Порезное». Это была тачка на квадратный метр. И теперь получается, что мы перебываем после корнеходов, после предыдущей посадки. Тоже была прошлый год картошка ранняя, такая с глубокими вичками, дуже вкусно, если її готовить молодою. І после того, як убрала я картофель, а це було у нас август місяць, после того, як убрала я картофель, я сюди внесла сидирати. Сидирати були горох, кукуруза, по-моєму, горчиця. Потом сидирати я убрала. В сентябре месяце скормила птице своей. Зеленая масса в сентябре месяце очень нужна была для молодняка. И посадила, если мне не изменяет память, соусни кабачки. А тут, что я посадила, я не помню. И все. Вот такие концерты устраивает Лена в себе на огороде. И мне хорошо картошку собрала. И сидорат был, как сочный корм для птицы, потому что я проживаю в той зоне, это степовая зона, тут больше посуха, и зеленой массы для птицы просто не найти. Просто не найти. Костя, давай туда дальше, до Сережи. Давай. Дорожку перебивай. Прям тако наверх до него. Он, конечно, перекопал, но все равно дорожку сейчас перебьем. Я тоже не люблю, когда дорожка не перекопана. Потому что в дорожке есть, во-первых, и сорняковая трава растет, плюс там может быть и борозняки, всякая хуйня-муйня. Лучше убирать. И на огороде тоже периодически дорожки надо передисковывать. Это лично в моем варианте. Я бачу, соседи оставляют дорожки, и у них там росте и спариш, и пирій. Потом гарається все трактором, и весною уходят, як сажають картошку, уже пирійка пролазит, и вони вилами викапують, де пирій, потому что трактор разнес. Если бы у них была дорожка чиста, без пирія, без спариша, без хуйні-муйні всякой, то вони б не ходили с вилами по своему гектарові, не собирали. Ну, у каждого свой склад ума, у каждого свои требования. Может, людям так нравится по весне косочки разъемнять. Так, ну тут мягкая земля, потому что сидираты сработали. Вот елки-палки, что ж тут у меня было после сидиратов я посадила? Не помню. Помню, что там были соусные кабачки я рвала, а тут вообще не помню. Ну что-то было. Так, ну вот так. У меня еще предстоит работа. Зачистить вот эти вот бока, дорожку зачистить. Тут, там. Малину я еще не срезала, еще рано. Я имею в виду, вершки еще не снимала. И придется мне еще там, где дорожка между Сережей и мной, у него всего лишь 2 метра шириной, тоже землю зачистить, чтобы она не была не втоптана. Молодец, отлично. Земля тут вообще пухка. Тут надо что-то посадить.
то, что для корневой системы. Ну, понятно, уже не посленовые, то есть картофель, помидоры, сыни, баклажаны, перец сюда нельзя. Вот. Ну, что-то посадить, все наоборот сделать. Тут тоже было внесено в 2022 году перегной, садовая тачка на квадратный метр. И прошлый год была посажена картошка. И после картошки мы трошки подлечили эту землю. А вот в этом году тоже вам будет интересно, что ли она посадила. Тут малина краснопустова. Тут сливы, конечно, закинут. Ну, что-то Лена придумает. Что-то Лена придумает. Сегодня 4 марта 2024 года. Локация Первомайск, Николаевская область. У нас очень тепло. Очень тепло. У кого-то 30-35 градусов мороза и снег. А у нас вот такая красота. Очень рано весна, очень рано. Вся эта теплень началась еще в середине февраля. Классно, круто, то, что надо. Ну, если грунт чистый, без бурьяна, без сорняков, то, соответственно, и бачите, какая почва красивая. Ранее сделана подкормка годами раньше. Цей перегной будет работать тут в грунте до 5 лет.